Всем привет, ребят, это снова я. Сегодня у меня новый проект. Вы видите болгарку, видите вот такой горшок советский. Буду сегодня его использовать для того, чтобы сделать мельницу, а точнее дробилку для зерна, но и также мельницу для сахарной пудры. Буду вот так пробовать закреплять специальными приспособами и буду пробовать делать пудру сахарную. Для этого мне надо вот тут снять диск и защиту. Вот, снять вот эти руки, все открутить защитные, снять кожух и будет нормально. Легко, в принципе, снимается вот эта защита. Она мне пока что не надо будет. Вот так, раскрутить болты все аккуратно. Надо будет сложить их потом. И ключик, по-моему, на 8. Тут болтик надо открутить. Так, у нас вот такая баночка здесь. Сейчас мы... Так, чтобы не потерять. Так, ключик вот такой берем. Сейчас самое главное мне сделать ровно по центру отверстие и попробую подсоединить, приблизительно сделал, слегка надавить вот так можно, и все, у нас влезла конструкция. Вот теперь только закрепить останется мне вот так, и все будет путем. Тут на болты можно закрутить. Вот так ручку держать, а тут вот такие пластины я закреплю. Здесь уголки, может, какие-то придумаю, и все будет супер. В зависимости от модификации болгарки и зависит разные крепления. Вот сколько смотрел в YouTube, в интернете там. Вот у меня вот такая модификация, можно дополнительно сделать отверстие. Тут вот будет жесткость, дополнительная родная пластина. Ну и плюс по бокам будут крепления. Сейчас его просверлю отверстие и эти же родные болтики установлю сюда. И все будет супер. В идеале, конечно, можно было бы здесь наварить какой-нибудь кусок пластины, но это я в будущем сделаю. Пока что оставлю так. Сейчас приценюсь, по отверстиям все сходится, все хорошо. Можно даже будет попробовать закрутить гайки уже ради интереса проверить. Так, наживить. Их должно вполне хватить, чтобы закрутить. Так, где наша отверточка? Так, одну наживили. Сейчас отсоединю. Вот так, ребята, я закрепил. Видно болты его мелкие, видите, вот здесь.
Это родные крепления. Вот так вставка ставится. Все крутится, прокручивается тут нормально. Вот сейчас вот тут отверстия такие сделал, вот уголки. Взял вот такие два уголка. Сейчас подсогнул их. Приблизительно подогнал вот так. Вот так они будут крепиться. Отверстия насверлю, сейчас закреплю болтами. Укреплю еще дополнительно, и будет нам счастье. Вот, ребят, одну сторону вот так я закрепил. Вы видите, сейчас поближе вам покажу. М8, две гайки закрутил. Вот, так закрепил шестеркой. Вот тут вот так закрепил. Сейчас вторую сторону возьму, закреплю, и будет надежно, крепко держаться. Уже никуда она не должна сорваться. Вот такие вот дела. Сейчас второй возьму уголок. Как раз сюда и подгоню. Ну вот, ребята, пробные испытания я уже сделал. Сейчас вам покажу. Вот так выглядит конструкция. Вот как работает. Останется нам сейчас найти какой-нибудь, сделать вид. Вот. Ну и хомут какой-то придумать, чтобы укрепить где-нибудь на каком-нибудь стенде или столе, чтобы, ну, меньше держать в руках. Хотя можно и в руках контролировать, держать. Вот такие вот дела. Сейчас я погляжу материал какой-нибудь. Найду. Вот, в принципе, есть вот такая пластина, но ее долго надо сверлить. У меня сейчас нету. Под руками ничего. Вот пластинка. Сейчас, может, это готовая пластина будет простая. Я попробую сделать и вам показать. Пластину вот такую, ребята, нашел. Простую, металлическую. Зачищу ее. Сейчас обрежу приблизительно. Подгоню ее и попробуем сделать сахарную пудру с вами. Вот такой импровизированный нож у меня получился. Сейчас я его установлю и буду делать пробный запуск. Посмотрим, как сработает он. Здесь кнопка такая, она блокирует зажим. Сейчас попробуем зажать не сильно, потому что потом открутить. Вот. Сейчас будем пробовать включать. Все хорошо, так, крепко зажато все. Сейчас попробуем прямо в живом времени взять сахар и попробовать сделать немножко пудры. У меня как раз тут есть пробная пачка килограммовая упорванная. Сейчас мы попробуем сделать пудру сахарную с вами. Вот, рассыпается сахар. Вот тут почти килограмм. Сейчас попробую насыпать. Правда, у меня крышки нету. Вот, сейчас попробую сделать сахар с вами. Точнее, пудру. Посмотрим, что из этого получится. Вот так. Надо будет только сходить мне сейчас домой за крышкой. Так что не переключайтесь. Вы это все увидите буквально через пару секунд. Вот, самому интересно испытать наше изделие. Вот эта крышка немножко не подходит. Во. Маловатая. В принципе, можно было бы так накрыть. Но для страховки взял вот такую еще. Сейчас будем смотреть, какая лучше. Может и такая. И сейчас при вас хочу и проверим. Итак, поехали.
вот, ребята, при вас в живом времени дело, смотрите, даже и крышка не понадобилась. А пудра, ну, хорошего качества. Можно еще пару секунд подержать. Это я внизу трогал двигатель, смотрел, как ей трудно или нет. Но, в принципе, не спеша, потихонечку. Вот так можно делать, как говорится, по килограмму, ну, через каждые 15 там секунд, дать ей отдохнуть полминутки, опять 15 секунд 20 покрутил, и в принципе килограмм 10-15 можно в течение часа сделать налегке. Вот такая вот пудра получается, ребята, смотрите, берите на вооружение, как говорится, проект рабочий, ничего не высыпается, все аккуратно, в принципе, сделано, вибраций никаких нету, удобно, болгарка не нагревается, так что берите себе на вооружение, ведь скоро надо будет делать канди, и думаю, вам такой способ приготовления очень понравится. Так что, если вам понравилось видео, обязательно ставьте вот такой палец вверху, наверху нажимайте на колокольчик оповещения, а внизу красная кнопка подписки. Всем пока-пока, до новых встреч, следите за новыми видео.